Всем привет, поехали. Так. Ты сегодня очень многословен, я вижу надувных женщин. Слушай, я увидел их первый. Нет. Так, мы должны заехать, блин, в оружейный магазин, потому что... Зачем? Нет. Может, залетим? Здесь самолетов полно. Мы же на ВПП в последней серии мы тут убили. Кого бы вы думали? Кого? Кого мы убили? Кого именно? Килбейна, мы убили Килбейна, и в итоге Шонди и... Вот эта тачка. И Виола полетели в воздух, потому что мы должны были либо убить Килбейна, либо спасти двух. Слушай, это лучшая машина в игре. Слушай, она резвая. Ага. Когда задом сдает, она более резвая. О, самолет. Я первый. Да, но на нем там, посмотри, надо. Короче, разгоняться будет. Я как-то не очень хорошо припарковал. Блин, там еще один такой же, наверное, есть. Да ну нафиг эту мелочь. Я думаю, этот большой мне не дадут угнать. Понял, хочешь угнать, что ли? Ага. Я почему-то уверен, что я не смогу на него попасть. Да. Ну ладно. Как взлетел. Он у тебя стреляет? Стреляет? Он стреляет у тебя? Не знаю. Да, стреляет. Клево. Ракеты и миниган. Миниганом стреляет? И ракетами. И миниганами. ЛБ, РБ, крен. Круто. Хрен. Какой у меня крутой самолет. Гораздо хуже твоего. Но все. Я вижу его. Да он... Я хотел совершить аварийную посадку. Ну, я не могу сказать, что у тебя получилось. Тебя же оживить надо, точно. Я думаю, что он не подбегает. Самолет уезжает. Черт! Там еще один такой же появился. Из воздуха. Можешь взять его. Окей. Окей. Ты мне странно. Ты бы видел, что у меня происходит. Ты видишь, как я бегаю, нет? Да. Точно Нео. Я сломал матрицу. Жим. Гравитация, прекрати. Что ты делаешь? Да. Все, зашли. Полетели. О, хорошо ты как. Хорошо. Только так, конечно, надо летать. Что он у меня задом едет? Ну, тебе надо выехать, чтобы он задом... Надо задом сдать. Не, я так развернусь. Ох, как это сложно все тебе объяснить временами бывает. Все, я уже взлетел раньше, чем ты. Я падаю, я выключил двигатель. Нет, я обратно лечу. А твой, по-моему, лучше моего. Естественно. Нет. Так, мне надо оружие. Оружие. Тебе надо оружие. Окей. Я десантируюсь. Ну как ты мог вообще бросить этот самолет? Потом. Получилось, нет? Нет. Да. Что ты хотел? Тебя убить. А, ну естественно нет. Как ты естественный. Это естественно. Так, денежки отнять. Меня оживите сначала, то я в пол тут вколотился, у меня 26 секунд. А где вы, простите? Да я очень рядом с вами. У меня сегодня с гравитацией реальная проблема. У меня расстроенный вид такой, я трясусь. И что я делал? Ну а почему бы и нет, пока меня ждут? Действительно. Вполне обычно. Так, хорошо. Мне нужно... Кстати, по телефону там надо деньги снять. Ужо. Можно читы добавить. Ты знаешь какие-нибудь читы? Я не знаю. Так, что я могу сделать еще? Этот не то. Это ты прокачал гараж на новые машины? Потому что там теперь отстой какой-то стоит. Наверное, значит, я раз отстой, тогда я. Не, я не знаю на самом деле. Мои пистолеты самые. Черт, бензопила теперь есть. Запила? Круто. С
самурайский меч меня больше интересует. 95 тысяч! Сколько? 95 тысяч. Сколько, сколько? Офигеть. Так, что еще я могу прокачать? 47 тысяч меч, найдите вы нафиг. Вот этот вот может получше станет, если я начну ее качать. Блин, 8 штук? Офигеть. Че, с ума сошли, что ли? Так, купить патронос. Окей. 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 Ты сейчас такой ти-ти-ти-ти, турникет сработал. Я что-то похитил. Что ты похитил? Черт, я чуть не сбил школьный автобус. Bad idea. Школьный автобус чуть не сбил тебя. И там такой брутал внутри играет. Брутал? Молчание. Школьный брутал. Школьный брутал. Каждый день слушает. Ты меня ждешь? О, это так мило. Почему он вообще не поломался? Потому что это брутальный автобус. Это твой брутальный автобус? Ой. Окей, куда поедем сегодня? Звони. Звони кому-нибудь, давай я позвоню. Давай звонишь, я пилотирую. Фильм «Кабана». Слушай, мы еще едем в ту сторону, молодцы. Он бухой, что ли? Говно. That's what you do with these things. So everything's all set. We're at the broken shillelagh right now. Putting on the finishing touches. I'll head over soon then. See you when I see you, boss. And try not to pass out before I get there. No, I'm fine. Promise. Ты едешь вообще? Спаке. Ты типа понто, понтарь? Понто! Понто! Я понто! Ты кольт понто! Кольт в понто. А почему нам в другую сторону показывают? Без понятия. Потому что наверху видишь мост, нам нужно было наверх заехать походу. Найдем другой. Ты свернулся что ли? Я не могу ехать на этом мусоре. Нет, нет, еще раз нет. Я поеду в другом мусоре. Такая музыка играет. Север Корея. Будьте здоровы. Машину приторба. Примите право, остановитесь. Вау, ух ты. Ты опять во что-то вплотился. А у меня ты тупо едешь, короче, на капоте. Я? На капоте? Да. Такой чувак на капоте стоит. В натуре как в Матрице, вот он на автостраде. Проспись! Свидание. Это было реально подло. До свидания. О, смотри, бомж. С дробовиком? Бомж так блестит. А, ты, о, тут два бомжа друг в друге. Слушай, подъедешь сюда? Нет. Это какая-то человеческая многоножка. Настолько жутко, это такой Silent Hill. Так, а ты где вообще? Да, здесь я. О, один ушел. Мужчина. Ну, по-моему. Так, ладно, я уже почти до доехал. Да, давай, почти доезжай. Как тут нитро включить? Это правый стик. Правый пупок нажимаешь. Воу! А ты поставил любую машину? Да. Круто. Тормозной путь теперь 2 километра, ну ничего. Да нормально. Ты доехал хоть? Почти. А сейчас? Нет. А теперь, я думаю, доехал почти. Да. Уже и ты доехал, в принципе. Это после того, как я еще залипал 5 минут на бомжей. Факт. Олег такой. Забухаем. Ему эта бутылка вообще там, я не знаю, понюхать. Глаза закапать. И нет бутылки. We've lost a lot of friends getting to where we are, and that's never easy. Друзей. Помните шлюп. But at least we know that wherever Кен is. Мы с трудом помним, как их зовут. He's got friends giving St. Peter some hell, huh? Кензи! Тишан! Годзилла. Ага. О, бай бог. О, терминаторская музыка.
Да. What the fuck? Нормально. Фига там кораблик. Ладно. А, они тупо не разбираются больше, да, кто где? Уже хватит разбираться, походу. Мэрша решила. Мне нравятся эти ребята. Апокалипсис решили устроить. Все так спокойно разглядывают. Ну, как бы логично, да. А что нам сейчас есть? Логично так-то вообще. Так-то да. Вау, вау. Мужчина. Почему тебе лучше машина, чем мне досталось? Ну, так всегда бывает. Вот, вот всегда так. Вот в каждый Воу. Раз. I'm trying to get people to shelter, but it's chaos down here. Возьмите вертолет. Ты там взорвался, что ли? Да. Воу-воу. Аккуратней. Хи-хи-хи, я первый. No. Yes. No. Nine. Я так и знал, я вышел. У меня просто тормозов вообще не было почему-то. Я первый, открой мне дверь, я первый. Я первый. Фотофиниш. Да. Воу, этот дом опять взрывается. Черт. Май, а я побегу. Именно стекол тут уже одних наменяли. Я возьму Апачу. А я Мишку. Мишка. Пойдем кого-нибудь убьем. Офигеть, это дура. Да. Not bad. At all. At all. Where are you? Are you coming with me? Не исключено. No! Чуть не врезался. Это я так сейчас не подумал. Ой, там ракеты летают. Кто-то хочет нас убить. Нет, этого быть не может. Я чувствую, знаешь, возможно, это последняя миссия. Ну, хотя... Ты видишь еще пушки? Я их уже уничтожил, тебе надо, типа, походу, приземляться. Да. Ну да. Теперь что, две штуки надо еще уничтожить и приземлиться. Я приземляюсь практически. О, это моя морковка, слушай. Любознательная морковка. Что? Пожалуйста, воскресите меня, я упал на ваши винты. А, отлично. Мой вертолет, кстати говоря, по-моему, погиб. Смерть, храбро пал. Не особо так. Просто. Просто пал. Сикам. Пал Палыч. Пал Сикамыч. С танка стреляют? Да. А же вы стреляете с танка? Do you have a rocket launcher? I have a machine gun. Ты сел в танк? Да. Предупреждает уже, да, ракеты. Да я видел, ракеты летит. Думал, предупредить нет, а потом... А, сзаду сжижи, да. Зачем тебе туда садиться? Тебе нужно выйти и установить бомбу. Я умру, блин, а, ну, да? 9 метров. Все, я восстанавливаю. Что ты восстанавливаешь? Я восстанавливаю бомбу, слышишь? Я же видел его, то восстановите бомбу. Я что, этот... Назад поверни, взорвался я! Подожди, я бомбу ставлю. Бомба поставлю. Там 23 минуты. Это первая бомба. Шакал. Чёрт, я говорю. Вы солдаты, вы все умрете, не надо было на нас нападать. Я боюсь за Нил. Не,
Нил. На ту сторону? О, это же так далеко. Давай. Come on. Come on. На, получи. Вот сдуло кого-то. Ты ставишь бомбу? Ты уже на той стороне? Я на той, но я очень далеко, в 150 метров. И у меня летают ракеты. Это не очень круто. Я тебя буду прикрывать с воздуха. Наверное. Или просто свалю, что тоже не попору. О, это была плохая идея. Меня стреляют все, кто можно. Черт, я умру сейчас. Не надо тебе умирать сейчас. О, танк, полегче. Прекрати. Where are you? Я тут рядом. Get down. Я 20 секунд. I'm coming. Блин, я пушку поменял за тебя. Бывает. Я устанавливаю бомбу, пригреваю. Устанавливаю бомбу, я тебя прикрываю. Ты поставили бомбу, нету. Я поставлю бомбу, лети к задней части палубы. Слушай, нам не зачем. А вот я смотрю, вижу, как будто хреновый. Насадись или летать. Я поеду на машине. Нет. Ты едешь уже или нет? Охранять можно? Задняя часть палубы. Убей всех этих. Убивай, да? Я убиваю их, чё ты орёшь? Я, ну, плохо убиваешь, потому что. Да перегрелась пушка, говно какое-то. Ты уворачиваться будешь? Нет, что стоишь, как дурак просто, иди вот. Да что, что ли, совсем? Стреляй в них сам, ты не можешь стрелять. О-о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 -
думаешь? Да ну не так приземляешься. Ну что ты делаешь? Я падаю вниз. Ты упал? Нет, вот теперь я падаю вниз. Я падаю. Я падаю, я упал на этаж ниже. Тебе нужно спуститься, или мы проиграем. А может я установлю бомбу, мы выиграем? Нет. I'll take my chances. When I... Я споткнулся. Немного отдыха никому не помешает. Конечно. Я его установил бомбу, если от этого будет легче. Не, ну как вообще можно так приземлять Витол, что в итоге я, твой напарник, оказываюсь падающим вниз, блин, в пропасть вообще? Я предупредил, вертолет пипикает, нужно выпрыгивать. Ну и мало ли, что ты предупредил там. Ты проигнорировал приказ командира борта вообще. Ты проигнорировал прямой приказ командира. Почему меня, когда залазит машину, снимает маску гориллы? Ну, потому что в маске гориллы водить не камильфо. Мавитон. Ты следишь за мыслью? А, я не слушал, ну ладно. Это был риторический вопрос просто. Отвечать было не обязательно. Ну, вообще ничего. А вылазит, главное, уже в маске. Нормально. Это человек. Что вообще за человек? Ехай на вторую бомбу. Ой, у меня колеса отлетели, никуда не поеду. Тебя стреляют? Ну, куда? По чуть-чуть. Стреляют, так стреляют. Что ж поделаешь? На, получи тебе с пулемета. Мой пулемет, твоя линия прекратит. Ой, пулемет. Дальше я не помню. Убить бойца отряда кабан. Кабан! Я не могу 2 метра проехать, чтобы не умереть. Не надо умирать вообще. Ой, я говорю, чтобы умереть, чтобы врезаться. Это ты тебе за то, что бросил меня. Бросил. Черт, я застрял. По-моему, я сейчас упаду. Не исключено. Да, ну вот как это вообще? О, да. Тьёма. А бегу. Ай, бегу. Сейчас отдохну, полетим куда-нибудь. Хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй, убили Нео. Убили Нео, убили. Яй-яй-яй-яй-яй, ни за что, ни про что, суки, замолчи. Ну, ты же не можешь умереть. А, это мой? Ну ладно. Это твой аватар.
О, я своему мотор. Где ты? Да я тут в земле застрял опять. У меня опять матрица потекла. Сейчас. Да вылазь уже. Вылазь уже, давай, я же тут умираю просто. Да умирай, да ты не вылазишь. 12 секунд. Шакал. Сзади за тобой кто-то там. Там посрать. Он тоже попадет. Садись в это корыто и полетели. Сейчас я отомщу ему, и мы полетим. Уже, если мы не сюда, полетим, я тебя сейчас же спрагнул, это корыто могут уничтожить. Какой сзади корыто? Ты сел? Нет. Ну куда ты поехал? Я же еще не сел. Ты сядь, корыто. Сядь, я тебе говорю. Сейчас я сяду, я подожди. Я опять не сел, ну что ты делаешь? А как ты не сел, слышишь? Садись, мы сейчас взорвём нахрен. Да, я сяду, он не хочет садиться, у тебя сломанная машина. А как на второй этаж подняться без? А надо ли? Ну там как... На той стороне витать. Окей, я чуть не упал в пропасть. Давай я с тобой поеду на разных машинах, ты не можешь водить. Правильно. Черт, это уже пищит. Пищит. Я не поеду. Я могу водить, да ты не умеешь садиться просто вовремя. Ты не умеешь сажать просто, поэтому я садиться не могу. А ты не умеешь сажать, если я сел спокойно, а ты не умеешь. Ты плохо водишь. Ты всегда плохо водишь. Ты же Рафика помнишь, как он меня учил, а? Вот это был парень, да? А ты говоришь, мне плохо водишь. Как Рафик я могу плохо был водить? Невиновный. Рафик был невиновный, да, но водил он кавайся. Муэ, персик просто, обожаю. Ты приехал уже, да? Слушай, а там есть на чем улететь? Там есть на чем улететь. Тогда ты должен улететь, потому что я не приехал. Я вышел уже. Машина. Да ты вышел, машина, я еще сейчас подойду. Тебе придется меня подобрать или подождать. Выбирай. Какая там своя машина есть? Ты... Че, я иду пешком. Ты пешком у меня, иди. У меня котенок машет на рюкзаке, я только сейчас заметил. Котенок? Да. Это все меняет? Я сажусь, слушай. Садись уже. Вот так надо залиться в этом. Хвари, не взлети там потолок. Подбирать просто, и все. Вот так вот подлетаешь, подбираешь. Потолок, потолок, потолок. Проходим, давай. Хорошо. Мы взорвемся. Оградай! Мы не взорвемся. Ты убил там всех, нет? Там нет никого. Да как нет никого? Он там же был в прошлый раз. Я упал. Зачем ты упал? Я не помню. Я сильно ударился головой, не помню. Да не расплюсь. Вставай, ну что ты лежишь-то? Я оставлю бомбы в этой игре. Ну и ставь свою бомбу, пока полетит. Куда ты поехал, нам еще 50 минут. На тебе, будешь меня еще помнить. Фу, я жив. Я ставлю бомбу. Ставь бомбу. Еее. Что делать надо? О, какая турбина. Взрывай, взрывай это корыто. Какой корыто? Вон полетел. Я сейчас взорву это корыто. Это Сайруса, нужно его убить. Это не Сайрус. А кто это? Как написано, убейте Сайруса и наводится на вот эту факу. Ты Сайрус, что ли? О, я падаю вниз из большой высоты. Ты бы это видел. Я очень красиво падаю из большой высоты. Убейте Сайруса. У вас где-то 5 минут, пока я не упаду. У нас там была контрольная точка, так что все хорошо. Ты же испортил опять. А что же я? Он, главное, упал. Слушай, где он, а? О, да. Не. Не. Мега скилл про читер. Да, блин. I'm putting you down. At least
Я не попал ни одного раза еще. Я попал много раз уже, 20. 21? 2. Совсем мало. Совсем нормально же. Вот там вертолет. Я думал, я его сломал. А он летает. Капец. Я придумал. Нужно все-таки взять то, что нам предлагают. Что нам предлагают? Миниган. Мини-пушка, понимаешь? О! Где такое есть? Иди сюда, взлетай там, я тебя убивать буду. Не трать, не трать. Как это не трать? Его надо убить. А потом убьем, ты не трать сначала. Вау. Да. Все очень плохо. Это ты сломал? Ну. Вечно ты все ломаешь. 5 минут осталось, да? Куда оно делось? Ну, стреляй. Фраги. Вот. А где он? Старус. О, там прилетели враги. Оп, и все умерли. Профит. Да, стреляю вам. Он не попал ты по мне, ты не умеешь стрелять, Сарус. Говня! Лошари! Давай, давай. Артём, а ты будешь в него стрелять? Нет? Буду. Когда? Завтра. Да. Я нашел миниган. Не прошло и 200 лет. Да. Да. Let's finish this. Да, больно. Я, по-моему, не попал. Ты не попал, это я не попал, а ты попал. Ты попал. Ну ты попал. Я, говорит, плохая попка. Golden Freeman. А что же, говорит, мы будем делать с телом? С каким телом? One body. Wow. Я бы тебе рекомендовал еще к ознакомлению Black Mesa. Ну, не знаю, смысл. Она охерительна. Ночь сложная. Ну, то же самое, что и первый с новым движком. Там переработали маленько. Run, Forest, run. Да выбросьте, мы улететь должны отсюда. Да бросить, зачем улетать, я без этой штуки никуда не полечу. Сбегите с Дидара, нам написали. Я не могу его бросить, он слишком. Ой, слушай, я не успею, по-моему. Приземлись, слушай. Я не могу приземлиться, я вышел из самолета. У меня орет. Ты ушел? Да. Хочу смотреть взрыв. Кастерна, тебе за что? Я хочу смотреть в прямом эфире. Я хочу смотреть в прямом эфире. А не какой-то там вонючий кастерна. Просто взяли и разломали. Хрена себе. В общем, вот на тебе. Even in a place that is no stranger to violence, today's assault on the city stands as the blackest time in Steelport's sordid history. Толково. While the government has yet to comment on the attack, we have a report. No one runs, no one gets shot, understand? Sorry. Kinsey, you in the booth? All set. Тут, говорит, подмаш. Да, что, в маске? Что у меня горилла, да? Dear bitch, Steelport is under new management and we don't answer to you. This is foreign soil now. Come at my city again and you'll go home in a fucking box. Back to you. Такая, окей. Not bad. You could be a weatherman or some shit. May have laid it on a little thick. You did just create a city. Я чуть перегнул, по-моему. Good boy. Yeah. This place is gonna need a new mayor. How you feel about public office? Horrible idea. I'm in. Then let's get to work.
Yeah. Кадец. Кадец этой биси и батья игры. Казалось бы, игры, но здесь, насколько я знаю, после титров что-то есть еще. Ты смотришь на то, чтобы нажать вот так вот. Вот так вот как что? Вот так вот нажать, да? Фильм «Капана» пройдено. Кому нужны эти титры вообще? Факт. Кому вы нужны? Браток зомби... О, зомби Гет. Прикольно. Джонни Гет. О, костюм надувная кукла тоже клёвый. Yeah. Это самое лучшее. О, прикольно. Мне нравится. Ожидание Black Silver. Это же мне. Ладно, сейчас я посмотрю маленько, немножко понравилось мне. Посмотри, шайтан. И нет. Ну, давай. Короче говоря, что я хочу сказать. Игра, по сути, пройдена. Потом будет... Подожди, а нам говорят, что у нас есть возможность пройти альтернативную концовку. Как ты думаешь? Потом, в следующей серии. У нас есть альтернативная концовка? Ну, там, Шанди жива, и все происходит совсем по-другому. Ну, как ты понял же? Ты понял, ну? Да? Короче говоря, что я хочу сказать, это самое упоротое прохождение, по-моему, на каналах, которое вообще когда-либо было. Но это было реально по фану. Не знаю, как, когда именно там выйдет Saints Row 4. Что ты думаешь по этому поводу? Надо? 20 августа. Обязательно. Must see, must have. We must do this, короче. Давай, чуть не врезался. Ой, больно. А сейчас мне нужно найти этот вертолет. По-любому. А я бы надел прямо на небо. Прямо на небо. Короче, насколько я знаю, там в следующей, то есть в дополнительной концовке, в Кадитомбу. Тихо. Там есть миссия на Марсе, понял? Ну, просто мне очень много рассказывали про эту игру в комментариях, в личку. Сказали посмотреть обе концовки, они реально ржачные, короче. Но это я не сказал бы, что ржачная, она была эпичная, но ее сделал ржачный. Твой херовый гейминг. То есть я не зря все это делал. Короче, по игре могу сказать, это реально просто победа была. Такого количества упоротости в кадре, ее реально можно было под экраном бедро ставить и там упоротость набирать просто, и потом разливать ее на окружающих. Ну, как мы обычно делаем, в принципе. Да, забрызгали упоротостью все. Как-то картинка папаша там из этого South Park такая. Помнишь такую картинку? Да. И короче, я видел картинку, там. Помнишь, в этом Dead Space первом. Ой, втором ходишь, когда там комнаты такие по Ишимуре. И там все стены такие белым, короче. Ну, типа кровь была там в ультрафиолете. И тут, короче, все стены белым в коридоре забрызганы, и этот папаша стоит за углом такой. Короче. В общем, по игре это было реально фаново. Я обычно, когда записываю, все-таки подустаешь, а тут реально был отдых какой-то такой. Ну что, да, думать не надо. Я ни одного сюжетного диалога практически не видел за всю игру. Нет, сюжет здесь был прикольный при всей своей тупости. И зомби-апокалипсис. Ну да, он не претендует, как бы, что серьезное. Да, и рестлинг с бензопилой, и аватар, там все дела. Ну, твой аватар все равно был лучше. Это твой аватар. Это Чек мой сами. Аватар. Да. Урук Макту, там все дела. Короче, в голове просто какая-то каша после всего этого. Либо мы просто сильно отупели после этой игры. Искать после прохождения этой игры ничего. Это просто там, что я не понял. Да. И все. Но это было реально круто. Увидимся, короче. Дагестанский полет вниз шмеля. Увидимся в следующей, последней серии, в которой мы посмотрим альтернативная концовка. А после этого будем ждать... Упал. Я уже зачем ты упал? Я теперь Спичи тоже упал. Горю, падаю. Падаю, я застрял в стене. Я живой, а ты умер. Короче, увидимся в следующей серии, в которой будем добивать миссию до Барси, в которой будет. Барси. Они пришли с Барса. А мы пройдем это, думаешь? Я думаю, да. Че нет-то? Факс. Что с тобой происходит? Короче, ладно, надо все-таки уже попрощаться. Надо думать. До свидания. До свидания.